Всем привет! Очередное видео. Весна, все хотят сделать отводок. И, естественно, хотят собрать мед. Так это видео и будет так называться. Как сделать отводок и не потерять мед. Итак, друзья, весна, пчела растет, много. Подписывайтесь, ставьте лайки. Снизу линки, можете кликнуть там, посмотреть. Полезная информация всегда будет для вас. Меня часто спрашивают, где я покупаю пчеловодные вещи. То вы можете под видео, там есть три линка, кликнуть туда. Это мой, так сказать, сайт, где вы можете посмотреть. Я выставил, где я покупаю пчеловодные вещи. Я рекомендую качественную, дешевую продукцию, как и для себя, так и для вас. Итак, друзья, продолжаем рассказывать эту тему. Значит, весна, семья набрала силу, вот. Большинство семей готовы к роению, пчелы много во втором корпусе и в первом корпусе. Как сделать отводок и не потерять медосбор? В чем заключается вещь эта? Эта вещь заключается в том, что в каждой семье должно быть, чтобы медосбор был, некоторые зовут, как можно больше пчел. Ответ неверный. А правильный ответ будет так. В каждой семье должно быть как можно больше летной пчелы, чтобы был медосбор. Итак, подошел взяток с акации там или еще откуда. Вы привезли на медосбор, и вы думаете, смотри, у соседа носят, у меня не носят. В чем проблема? А проблема в том, что у вас 30% летной пчелы, а у соседа 70% летной пчелы. И поэтому потребителей 70% у вас, то есть внутриулевой пчелы, ваши семьи не готовы взять взяток полностью, а у соседа готовы взять взяток, потому что там потребителей меньше, всего 30%, а 70% летает. Поэтому вы должны заметить, в семьях бывает такая разность такая, что летная пчела колеблется от 30% до 70%. Поэтому ваша задача и моя задача сегодня сделать так, чтобы в семье было много летной пчелы. Ну как это сделать? Вопрос стоит. Очень серьезный вопрос. Значит, надо забрать летную пчелу от другой семьи. Та семья пострадает. Вот. Что сделать? Тут вопрос очень интересный стоит. Два ответа есть. Или забрать от другой семьи летную пчелу, другая семья пострадает. Или же уменьшить потребителей, которые в вашей семье. Поясняю, как это делается. В вашей семье потребители. Кто это такие потребители? Ваша семья не подготовлена к взятку. Почему она не подготовлена? А потому что там вы смотрите 3-4 рамки расплода открытого. Что такое открытый расплод? 3 рамки с засевом, 2 или 2 с засевом, 3 открытые. Что это такое? Чтобы вырастить 3-4 рамки расплода, семья съедает по рамке меда. Итого вы потеряли 4 рамки меда. Они съели на выращивание расплода. Что требуется? Нам требуется убрать эти рамки. Убрать потребителей. Тогда у вас увеличится количество летных пчел. Те, которые не задействованы, на взятки обычно семья отпускает. И даже 5-дневных пчел, когда сильный взяток. То есть пчела, которая не задействована в улье, она летит и приносит мед. Итак, что мы делаем? Мы открываем семью, проверяем, что в нашей семье. Проверить должны, что у нас есть. Ага, смотрим. У нас 5 рамок или 6 рамок расплоду. К примеру, поясняю. У вас может быть больше, меньше. Окей, печатный. Печатный оставляете, он вам пригодится. Вот. А смотрите, ага, попался полураскрытый расплод. Отлично, забираете, отставляете в отводочек. С пчелой полностью. Это те, которые, так сказать, еще смотрите. Ага, еще яйца, отлично, забрали в отводочек. Поставили по центру, это у вас полураскрытый. Вот, это отводочек. Так, смотрите еще. Потребителей нету больше, да? Это печатный остался, нету. Все нормально. Что делаете дальше? Можете отводочек забрать с маткой. Можете оставить матку. Это на ваше усмотрение. Вот, во время взятка пчелы стараются ограничить матку.
Поэтому вы тоже постарайтесь ее ограничить. Каким образом можно матку ограничить? Можно поставить заставную доску сюда. Вот, промежутки. Здесь поставить это самое, рамочки с расплодом, матки негде сеять. И поэтому она по распечатанному расплоду, печатный расплод выходит в течение 10-12 дней. Вот. А у вас взяток идет с акации 7-8 дней. Обычно неделю идет хороший взяток, сильный. Поэтому вы сэкономите, 4-5 рамок меда вам принесут, они не потратят на расплод. Так, мы, что мы делаем? Забираем также со второго этажа пчелу, которая у вас на медовых рамках. Мы поставили три сюда открыты и струсиваем сюда 2-3 рамки пчелы. Пчелы у вас полно. Это у вас отводок, который будет работать, сохранять этот расплод. Он не будет поедать здесь. Здесь увеличивается количество летных пчел. Почему? Потребителей внутри уменьшилось, и летная пчела пошла носить мед. Я таким образом каждый год продаю пчел. Продаю пчел, и все говорят, почему ты продаешь? Да потому что все продают по весне отводки. Итак, это будет следующее видео. Ставьте лайки и подписывайтесь. До встречи. Меня часто спрашивают, где я покупаю пчеловодные вещи. То вы можете под видео, там есть три линка, кликнуть туда. Это мой, так сказать, сайт, где вы можете посмотреть. Я выставил, где я покупаю пчеловодные вещи. Я рекомендую качественную, дешевую продукцию, как и для себя, так и для вас.